Получи $50 для игры в покер. Ссылка в описании. Всем приятной жизни! Это Шашлык, и мы продолжаем играть в Майнкрафт, серия «Веселый камень». Смотрите, кто к нам тут пришел из ада. Из ада. И вот у меня вопрос. Вот эти зомби-свиножители, они на самом деле мирные. То есть, видите, они меня не трогают. Они не горят на солнце. Ну, короче, они... Но если его ударить, короче, они потом все меня начинают бить. Вот. И вот знаете, в чем вопрос? Вопрос в том, вот он же пришел сюда из ада. Если я его здесь ударю, там меня не будут трогать. Вот, и я, наверное, сейчас это проверю, поэтому на тебе! Ого, он нас не слабо, кстати, помутузил так. Слушайте, что-то как-то я даже не ожидал, что нам так сильно... Так, ну тут гнилой плоти нам выдали, зато много. Так, еще, что еще хотел я проверить? Точнее, не проверить, а... Мне сказали нажать костной мукой на портал. Вот я взял костной муки, это же костная мука. Да, это костная мука. И нифига не про... Я нажимаю, нифига не происходит. То есть... Вот. Чё, как на него нажимать, я не знаю. Правой там, левой кнопкой... Любой кнопкой ничего, короче, не происходит. Блин, да что этот голод такой жесткий, на самом деле? У меня голод. А, да, кстати, я же давно выпуски не выпускал. Ну, тавтология. В общем, не было выпусков долгое время. Я тут себе подсобирал железо, опять ходил на раскопки, короче. Вот. Ну. Сделал себе сет, опять брони, ну. Тут, в принципе-то, она старая, вот это поновее будет. Ну, ничего. Вот. Кстати, у меня, по-моему, еще... Ого! Откуда у меня дома скелет? Чё? Это он сверху, что ли, пришел? Там крипера, случайно, нету? Нет, крипера нет. Надо его уже, наверное, достраивать, да, второй этаж? Вы как считаете? Я считаю, что нужно. Меня, кстати, убивали тут и не раз. Ну, ничего. Я теперь умнее. Так, я теперь буду питаться с гнилой плотью. О! Отлично. Нас не по... Голод не это, в общем. Вот, замечательно. Еще две кости дали за скелета. А, и сразу же. О, опять. Вот теперь мы наелись вроде бы хорошо. Так, надо эту плоть, наверное, положить на место. Кость тоже положить на место. В ады я не ходил, и я, честно говоря, не очень хочу туда идти в полном таком сете, потому что меня там убьют, как обычно. Да чё у меня так быстро сытость? Ну да, мы же едим какую-то там нафиг эту всего лишь гнилую плоть, она сытости, конечно, не сильно намного дает. Лучше есть хлебушек с мяском. Ну да ладно. Давайте, наверное, пойдем в ад. Я хочу проверить, будут ли... Во-первых, я кирку... Ой, тут Гаст. Где Гаст? Я уже слышал Гаста. А, он вообще там где-то был. В общем, я чё сюда припёрся, на самом деле? Я сюда припёрся... Посмотреть на зомби-свиножителей. Их нет. Короче, я сюда припёрся набрать, во-первых, кварца, во-вторых, вот этого адского камня, сделать адские кирпичи. И по-быстрому, пока Гаст нас не нашел. Надо это все дело замутить. Вот, потому что если нас найдет Гаст и увидит, он начнет нас кидаться своими фаербольчиками. И это уже будет не... вообще, я бы сказал, нехорошо ни разу. Поэтому я вот сейчас вот сюда залезу и буду добывать кучу этих кирпичей. Вот уже Гаст стрельнул. Так, все. Стопы. Сколько я стак набил? Нормально. Стак это уже что-то. Вот. Так, теперь мне бы не помешало бы еще кварца. Вот я вижу кварц. О, еще хочу вот этот светящийся. Светящийся хочу. Это же лампочка. Можно сделать лампочку. Или как? Блин, так, а как же быть? А, я знаю, как быть. Что я туплю? Берем обычного. Сейчас наберем. Просто жалко, не хочется. Но, на самом деле, тут вроде никого нету. Зомби-свиножителей нету. Откуда тот тогда пришел? Может, они тут были?
были и нету. О, я кварц нашел. Кварц, 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 кварц. Так, ладно. Так и можно этого превратиться в какого-нибудь, я не знаю, болотистого варана. Да, варан больше не назовущийся лягушкой. Так, ладно. Почти еще один стек мы набрали. Кварца 13 набрали. Кварц нам понадобится для отделки нашего бассейна, насколько я помню. О! Ух ты, а он разбивается? О, кстати, вон зомби-свиножители. Блин, зачем я спрыгнул? Привет, вы меня будете бить? Привет. Не, они меня не бьют. Все, замечательно. То есть это очень хорошо, что они меня не бьют. Значит, можно их бить в нашем мире. Ну, в смысле, там, где... Ну, мы поняли, короче. Там, в верхнем мире. И здесь они... Слушайте, тут выпадает какая-то штука. Это... Че, он так не крафтится, этот камень? О, слушайте, потухла лампочка. Мы потушили свет. Мы потушили свет в аду. Последнюю надежду. Ладно. Так, мне нужно... Что мне еще нужно? Мне нужно еще бы кварца добыть. Вон там я вижу кучу кварца. Значит, сейчас я добуду. А что это вообще такое выпадает? Светящаяся пыль. Ну да, я не знаю. Из нее там что-то тоже можно делать. Вот. Тут вообще в Майнкрафте из всего все можно делать. Вот. Кстати говоря, в ад, в принципе, походу довольно безопасный, если вы идете по это самое. Кстати говоря, я в ад еще хочу найти крепость, но я ходил, искал крепость тут по окружностям, по окрестностям, но ничего я не нашел подобного, никакую крепость я не нашел, короче, ни разу. Получается, что крепость-то очень довольно-таки тяжело найти. Так, это пламя можно тушить, на самом деле. Слушайте, здесь такая выбоина. Как будто сюда фаербол вылетел. Выбоина. Еду я по выбоине, из выбоины не выеду я. Вот такую вот скороговорку я вам сказал. Попробуйте на досуге потренироваться. С первого раза я не готовился. Так что не надо мне писать в комментах, он 30 дублей сделал. Нет, это был чистый воды экспромт. Вот. Но я не говорю, что я быстро сказал, но сказал ведь. О, кстати говоря, можно в каждом выпуске скороговорку говорить. Это будет прикольно. Которую вы будете тренироваться тоже. Говорить. Если вам, конечно, интересно. Кому нужны скороговорки? О, господи. Что несу? Ладно. Так. Короче, пора, наверное, валить. Сейчас второй стек дособираю. Вот 56, 57, 58, 60, 62, 63, 4. Все. Так, все, надо валить из ада. Вот интересно, если убить зомби этого медведа-свина, и потом как бы опять, ну, убежать от них, и потом прибежать. Вот, что будет? Ой, слушайте, не попробовал в аду костной мукой. А, здесь ночь сейчас, это я знаю, что сейчас будет. Сейчас будет, вы были взорваны жестким крипером. Жесткий крипер к вам подошел и вас взорвал. Вот что-то будет. Вот, короче, надо бежать, 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 бежать обратно. Так. Открываем дверку. Все. Так, давайте сразу, наверное, ляжем переспать. Перепоспать. Вот. Приляжем поспать. Потому как теперь проверим сразу второй этаж, потому что там всякие скелеты могут потом к нам прийти. Не, вроде бы скелетов нет. А ну-ка, что у нас вид? Вид с мансарды нашей, точнее, смотровой площадки. Слушайте, никого нет даже ни одного. Ой, я тут, кстати, помнится, стекло разбивал один раз случайно. А, не, я уже заделал. Вот, но это на записи этого, по-моему, не было. Или было, я не знаю. Так, значит, что мне надо, что мне надо, что мне надо? Мне теперь нужно с этим кварцем... Так, мне, во-первых, нужно закинуть адский камень, пусть он жарится. Вот, тут у меня что? Тут у меня уголь кончился. О, кстати, угля, я же собирал... Слушайте, а куда я дел уголь? А, нет, вот. Нет, кстати, надо подсобирать, там много угля я встречал по ходу пьесы. Так вот, по поводу кварца. Это ж вот кварцевый блок. Да, вот. Слушайте, его так много уходит. У меня всего 10 блоков кварца. А, ну у меня еще есть кварц. А его, кстати, нельзя переплавлять, кварц? Ну а что? Нет. А блок? А ну-ка, один блок. Ну ладно, 5. Тут возьмем один. Блин, один же говорю. Вот.
так вот. Нет, его нельзя переплавлять. Это странно вообще. Ну ладно. Я думал, можно переплавлять. Так, короче, нужно, значит, сейчас вот этот блок кварца. Та. 4. Вот, отлично. Еще 4. Ну, нам где-то надо, наверное, стак не собирать, на самом деле. Вот, и тогда мы уже сможем. Ну, в принципе, с кварцем-то в аду особых проблем нет. Единственное, нужно туда за ним ходить. Слушайте, не нашел нигде алмазов. С алмазами вообще какие-то траблы. С железом еще попроще. Его как бы копаешь-копаешь, да где-нибудь да встретишь. А вот с алмазами, конечно, проблемки. Проблемки. Так, что бы перекусить? Перекусим мы, наверное, свининку с хлебушком. Да, я люблю свининку с хлебушком. Вот, все, наелись. Так, кстати говоря, у нас куча пшеницы, можно вообще чисто хлебом питаться. Слушайте, а я еще... Вот, как еще из грибов делать эти... Суп, надо узнать, как делать из грибов суп. Вот, да, обязательно. Эй, чего ты не можешь пройти в дверь? Чего, жирный, что ли? Нет, я не жирный. Ну, отлично тогда. Вот, так, ой, тростник у нас тут уже вырос. Как говорится, пока нас не было, хозяйство-то подросло. Вот, и... Надо наше хозяйство подрезать. Чтоб оно заново подрастало. Опачки. Вот так вот мы сделаем. Все замечательно. Стак тростника есть. Ой, всего 33 тростника. Жесть. Но я думал, у меня стак вырастает за раз. Слушайте, может... Ай, не хочу я бассейн портить тростником. Он мне не нравится. Так, пшеница тут еще не вся поспела. Пшеница еще... Как вся поспеет, я ее обязательно соберу. Что вы тут курятины? Курятины. Вон, яйцо. В смысле, еще яйцо. Попробую разбить. Я не знаю, как из них выбивать цыпленка. Слушайте, мне надо, наверное, подсократить это численность моих коровок, потому как их там очень много. Да, их там очень много. Надо бы их подсократить, пустить их на кожу, на мясо. Сколько их тут? Раз, два, три, четыре. Так, ладно, давайте я к вам зайду. Вот. Раз, два, три, четыре здесь. 5, 6, 7, 8, 9. 9 коровок вроде бы я насчитал. Ну, плюс-минус там 1, 2. Это не важно, но скорее всего их 9. Вот. Может чуть больше, может чуть меньше. Да нет, меньше не может быть. Может. Не знаю. Посмотрим. Ой, кстати говоря, я не помню, я углублял бассейн или нет. По-моему, углублял. А, да, я углублял, я железо тут нашел. Кстати говоря, надо его тоже добыть. Чего я это железо не... Вот сейчас я его и добуду. Потому что с железом на самом деле проблема... Всплываем. Но я его, да, под водой тяжело просто добывать все. Вот. Ну ничего. А, и все, тут всего два железа. На самом деле надо бы углубить еще нам бассейн. Потому что нижний слой мы будем ложить кварц. Да, мы будем ложить кварц по всему нижнему слою. Поэтому я, наверное, еще буду углублять бассейн на единичку. Ну, на один, в смысле, уровень. Жесть, одно сердечко потеряли. Ну, ничего. Оно сейчас остановится. Так, ладно, это вам не интересно смотреть. В общем, в следующем выпуске я подготовлюсь. Углублю весь бассейн. Вот, потому что это процесс-то не быстрый под водой. Оно копается, добывается, ломается все гораздо медленнее. Вот. Поэтому мы будем чуть медленнее. И, наверное, нужно походить мне, подобывать этот кварца побольше из нижнего мира, из ада. Вот, потому как кварца нужно очень-очень много. Может быть, я даже в следующем выпуске отделаю уже бассейн. К следующему выпуску. Так, ладно. Кстати говоря, спасибо, опять же, ребятам, которые мне помогают в комментариях. Сашок Радченко, Виталий Бутенко, кажется. Такие ники. Вот. Если я перепутал, вы извините, но я именно вас имею в виду. Я вас помню. Вот. Спасибо за ваши советы. Единственное, я не помню, мне кто-то из вас написал про костную муку, или это не вы были. Вот. Просто у меня что-то не работает. Может, я что-то не так делаю? Соответственно, вам вопрос. Чего костная мука может делать с порталом ада? Что-то у меня не получается ничего сделать. Вот. Я не знаю, что она может делать. То есть напишите, что, если там что-то прикольное, то я это обязательно хочу сделать.
Обязательно это хочу сделать. А, кстати, Сашур раньше ко мне написал. О, кстати говоря, уголь заканчивается. Пойдем в эту шахту. Тут, кстати, и железо есть в этой шахте. Вот, я помню. Которая еще не добытая, да, вот она. Вот, я же ее освещал. Сейчас надо добыть уголь. Угля тут много. Так вот, мне Сашок Радченко писал, что, мол, поиграй с кем-нибудь, а то уже неинтересно становится. Вот, ну, во-первых, как сказать, ну, то, что неинтересно, это, конечно, плохо. Вот, ну, в смысле, может, и хорошо. Но, на самом деле, я как бы играю-то в Майнкрафт, я стараюсь учиться. То есть я хочу изучить Майнкрафт, потом уже с кем-то играть, чтобы не стыдно было. А то мне кто-нибудь скажет, скрафти мне тарелку супа, там мы грибы нашли. Вот, я только знаю, что он как-то из грибов крафтится, а как крафтится, не знаю. Вот, поэтому надо, кстати, разобраться, сделать себе суп. Разобраться, как он делается, все это дело позапоминать, вот, вообще как научиться убить дракона в конце концов. Ну да, мне, кстати, писали в комментах, что суть игры, ну, в смысле, конец игры наступит, когда я убью дракона края, вот, Ender Dragon называется, там куча эндерменов в этом. Ну, короче, там на самом деле очень тяжело туда еще и портал покажет. О, что, кирка сломалась, все круто. Что у нас какая-то деревянная кирка была. Ладно. А может это каменная была, слушайте? Я не помню. Я в основном с каменной не ходил. Может это и было... А может и железная, не знаю. Вот. Так вот. Но вообще поиграть с кем-то у меня в планах есть. И даже мне уже один человек писал. Мы, в общем, долго-долго списывались. Вот. И в итоге так и не получилось. Совместное видео. То есть, то он не мог, то я не мог. То мы вдвоем не могли, то мы вдвоем могли, но не хотели. Вот. Были другие планы. То есть разные были причины, и, короче, так и ничего не получилось записать. Но, в принципе, я постараюсь с кем-нибудь записать видос. Вопрос только, может быть, Hunger Games поиграть, кстати говоря. Вот. Но я же полный нуб, вам разве будет интересно смотреть, как меня разорвут первым? Вот, я сомневаюсь. Ну да ладно, если интересно. Ну, я все равно запишу, когда найду. Просто мне сейчас вот хочется, ну, во-первых, и... Наверное, так логичнее, да, сначала разобраться во всем Майнкрафте, потом уже в него играть где-то с кем-то, то есть уже зная как бы, ну, не все тонкости в Майнкрафте, очень много нюансов, но хотя бы имея общее понятие, то есть не задавая глупых вопросов, а как там скрафтить, я не знаю, кирку там, и, ну, всякие элементарные вещи, как скрафтить там себе поршень, к примеру, тот же, чтобы там что-то отодвинуть. Нет, чтобы таких вопросов не задавать, вот я поэтому и играю в Майнкрафт. Пока сам. Вот так, ладненько. С этим разобрался. Уф, я 37 угля насобирал. Слушайте, как быстро я его насобирал. Да, уголь собирать не проблема. В той шахте угля очень много, на самом деле. Поэтому мы сейчас сюда... А, нет, ну тут у нас нормально еще угля. Вот сюда просто добавим. И так вот остальное сложим. Да, в сундук. Все, в принципе, уголь нам был, в принципе, не нужен. Так. Что еще? Так, в принципе, наверное, все в этом выпуске. Вот, в следующем... Что мы будем делать? Я, наверное, делаю бассейн. Будем, наверное, строить второй этаж. О, да. Будем делать обязательно второй этаж. Разберемся со светящейся пылью. Что с ней можно делать? Сделаем себе суп из грибочков. Поедим их. Вот. О, кстати говоря, еще хотите прикол? У меня грибы есть? Да, у меня есть грибы. Смотрите, у меня есть грибы и костная пыль. Костная мука. И это навевает некую мысль. О, кстати, возле бассейна вообще, в принципе, может даже и в тему будет. Я только не знаю, можно ли это так вообще делать. Короче, мне... Я... А, я чё, гриб не садится? Почему я не могу посадить гриб? Блин. Ладно. Очень жаль. А ну, может его на какую землю садить? Может его на темную землю нужно садить? Блин, странно. Я что-то думал, что я могу посадить гриб. В общем, как-то можно сделать так, что крупной мукой посыпать гриб, и он такой большой грибище станет такой. Просто и под ним можно будет загорать, как под зонтиком. Вот. Точнее, наоборот, прятаться от солнца под ним загорают, так как раз на открытом солнце. Ладно. Думаю, на этом этот выпуск мы закончим. Большое спасибо, что посмотрели. Подписывайтесь на канал, получайте удовольствие от жизни. С вами был Шашлык.